В районном историко-культурном центре постоянно проходят разнообразные художественные выставки. На следующей неделе горожане и гости Видного смогут увидеть фотоэкспозицию под названием «Репортаж в кадре и за кадром». Автор вернисажа Владимир Гриневич, телеоператор Первого канала Центрального телевидения. С недавних пор он живет в городе Видном и сотрудничает с телеканалом «Видное ТВ». Новые коллеги и подтолкнули Владимира к созданию выставки. Это моя первая выставка, и я очень волнуюсь, очень переживаю, потому что никогда такими вещами не занимался. Я фотографирую с 5 класса, мне как-то подарили фотоаппарат. Вот. Потом увлечение фотографией перешло уже в более профессиональную мою деятельность, как работу оператором. Вот. И до сих пор я на съемках по возможности, если вижу что-то интересное, стараюсь снимать. Работа в новостях Первого канала Центрального телевидения дает возможность Владимиру Гриневичу бывать в центре событий как в России, так и за рубежом. Бывая на съемках, он как профессионал и художник, видя интересные моменты, старается запечатлеть их в фотоснимке. Эта фотография сделана в Австралии, в национальном парке. Вот в Австралии я вот был в прошлом году в командировке. Мы с Федором Конюховым снимали. Тоже, кстати, будет несколько фотографий на эту тему. Вот я увидел такую печальку. Сидит совенок с австралийским флагом. Более 120 работ было отобрано автором на выставку. Темы и жанр самые разнообразные, ровно как и география мест, где они сделаны. Владимир Гриневич работал в горячих точках на Украине и в Сирии. Оттуда он также привез очень много интересных фотографий. Их тоже можно будет увидеть на вернисаже. За операторскую работу в сложных условиях Гриневич в 2016 году награжден орденом Дружбы народов.